Пис, я Светлана Алекс, и сегодня я буду твоей фитнес-подружкой. Аня, расскажи, чем мы будем заниматься? Да, привет, Свет. Привет. Сегодня мы будем заниматься очень важным делом – стретчингом или растяжкой. Занимаясь стретчингом, мы можем не только непосредственно улучшить свою растяжку, но и привести все тело в тонус, гармонизировать его, расслабить нервную систему и улучшить восстановительные процессы в организме. Стопы на ширине плеч, все втянули, все в себя, руки в разные стороны. Начнем мы с верхней части. Опускаем голову и возвращаем на место. Стараемся не закидывать затылок назад. Вытягиваем его только наверх макушкой. Тянемся. Выдох. Вдох. Еще раз. Повороты головы в сторону. Медленно, аккуратно. Нос с большой амплитудой. С каждым повторением усиливаем. Еще раз. Остановились. Зафиксировали это положение. Одноименной рукой. В какую сторону смотрим, та рука ложится на подбородок, вторая на затылок. Начинаем себя подкручивать еще сильнее. Да. Отпускаем и делаем все в обратную сторону. Хорошо. Вниз. Раскрыли плечи, глубокий вдох, руки вытягиваем к полу, наклоны головы к одному плечу и к другому. Хорошо. Еще разочек. И фиксируем. Стоп. Кладем ладонь на ухо, вторую ладонь тянем к полу и разворачиваем наверх. Удлиняем линию от кончиков пальцев рук до макушки. Постепенно усиливаем давление. Молодец. И меняем сторону. Надавливаем, раскрываем ладонь, тянем вниз. Держим еще 4, 3, 2, 1. Отлично. Раскрываем плечи. Вдох. Кладем перекрестие пальцев на затылок. Расслабляем мышцы шеи и спины. Локти приводим друг к другу и тянем к животу. Раскрываемся, разводим локти в разные стороны, затылком обязательно давим на пальцы. Сопротивляемся. Центр груди подтягиваем наверх. Давай сделаем еще раз. И наверх. Раскрываем локти. Отлично. Одна рука сверху, другая снизу. Замочек. Вытягиваемся, ладони друг к другу. Да. Подбородок прижимаем к груди. Удлиняемся за руками вперед, центр спины тянем назад. Угу. Наклон стараемся не делать, ягодицы у нас поджаты, таз толкаем немножечко вперед. Хорошо, раскрываемся, вдох и меняем руку. Выдох. Замечательно, да, ягодицы поджаты, пресс втянут, руки удлиняются вперед, центр спины назад. Раскрываем плечи, делаем глубокий вдох и хороший выдох. Раскрываем плечи, выдох. Ну что, Свет, как себя чувствуешь? Просто отлично, и действительно я ощущаю в теле некую легкость, и я чувствую, что я полна энергии. Замечательно. Наш первый комплекс был направлен на верхнюю часть тела, мышцы шеи, верха спины. А сейчас мы можем приступать ко второму.